Сегодня проведем испытание от двух вот таких аккумуляторов Trust Fire 1000 мАч, китайские по 100. К сожалению, сейчас на 10 рублей подорожали, 120 рублей такая штучка стоит. Питать будем от двух. И вот у нас как бы стандартная схема злого шокера, вот он инвертор. Ну и к амперметру все это дело подключено. Так, видно там все. Так, 20 ампер. Так, смотрим, что у нас там получается. Это было от двух. Ну-ка. Еще разочек. Это как-то слабовато. 8 ампер показывает.